Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Mi Smart Speaker изменить уровень громкости будильников и таймеров. Для этого в первую очередь открываем наше приложение Google Home. Затем открываем здесь нашу колонку, переходим в ее настройки. И затем в аудио и будильники и таймеры. И здесь можем менять громкость таймеров и будильников. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!